Алло, алло, чатик, всем привет, кто подошел на стрим в Чанске. С вами я, Таня, и сегодня мы с вами ночью решили начать, да, потому что я весь день промудохалась, пыталась установить нормальную игру. Дело в том, что работает это все нифига не в широкоформате, и чтобы широкоформат сделать, нужно там, короче, какие-то заклинания использовать, которые я еще не изучала, потому что я грёбаный магл. Вот, поэтому, ну, я, правда, пыталась сначала настроить широкоформат, потом я это гиблое дело бросила и думаю, ладно, сейчас будет 4 на 3, я просто сдвину немножечко игру, и будет как раз место под камеру и под чатик. Но дело в том, что игра не сворачивается. То есть первая, вторая часть — это ПК. Ребят, ну вы хотя бы, блин, читайте анонсы. Анонсы, хорошо, читайте. Озвучка будет упорота или нет? Анонсы, читайте, пожалуйста. Чатик, кому я делаю анонсы? Я не понимаю, правда. Делаю я анонсы или не делаю? Наверное, вообще, можно вообще не делать, наверное, анонсы никакие. Просто запускать, все равно все будут одни и те же вопросы. Вот, это игра на ПК. Игра на ПК. Смысл мне перепроходить в четвертый раз игры на PS1? Уже не будет так смешно, потому что я уже по четвертому разу вижу, по четвертому разу прохожу. Вот, о чем я говорила, блин, я забыла. А, ну короче, да, в итоге получилось так, что первая и вторая часть, они просто не сворачиваются. Если ты сворачиваешь игру, ну, то есть они не сворачиваются через никакие Лакие, нормальные клавиши, как твой это принято монстр. у всех игр, они так не работают. Можно ее свернуть через Alt Enter, но тогда, когда ты развернешь, не будет работать звук. Короче, в те годы разработчики не предусмотрели тот факт, что кто-то захочет свернуться. Поэтому и подвинуть камеру я не могла. Короче, я тут так еблась, извините, пожалуйста, за выражение, с этой игрой. В последний момент у меня получилось вот настроить буквально вот полчаса назад, чтобы она вроде как... И у меня вроде как нормально шла, и вам вроде как она отображалась адекватно. Вот. В те года не предусмотрели. Да, не предусмотрели. Вот, короче, вроде как получилось все настроить. Сегодня у нас будет такой не очень долгий пробный стрим. Вот, потому что я что-то чертовски устала, если честно, все настраивать, и мудохну, уже голова сейчас взорвется. Вот, и я сначала, да, действительно поставила игру с переводом от Fargus. И в детстве я тоже проходила с переводом от Fargus. Но, как оказалось, перевод от Fargus, он, ну, он, типа, вполне себе адекватный. Да, там есть какие-то странные вещи, но... игра с переводом от Fargus, вот у меня ее не получилось настроить, я поставила игру с переводом от некой триады. И когда я запустила игру, я охерела от этого перевода, так что я думаю, что там будет достаточно много веселых вещей, Лакия, потому что твой ребята, которые монстр. озвучивали это, они просто не понимали, что они говорят, судя по всему. Они вообще не понимали, они не вдупляли абсолютно, что, где, как и почему. Поэтому я думаю, что это будет достаточно веселый перевод. Да, как-то так. Как-то так. Так что сегодня мы попробуем с вами поиграть. Если все будет адекватно играться, то, в принципе, как я и обещала, мы устроим с вами небольшой... Лакия. Ну как небольшой? Твой Мы устроим с вами монстр. марафончик, но я не знаю, насколько все будет адекватно работать. Особенно я читала проблемы с третьей, с четвертой частью. Там какие-то прям тоже нужно будет хакнуть игру и так далее. Ксиокс, спасибо тебе огромнейшее за переподписку на тир 2 на 26 месяц. Спасибо тебе большое, фига. Всем привет, готов говорить, где карточки. О, понимаю, задрот, да? Ники Риру, спасибо тебе большое сейчас за 16 месяцев. Спасибо тебе огромное, дратути. Артем Давиль, спасибо тебе большое за 13. 13 прекрасное число. Спасибо тебе огромнейшее. Спасибо, ребятки. Спасибо вам большое. У триады топовая озвучка, да, Diablo 2, к слову, да? Я просто впервые слышу об этой конторе, если честно. Как вы после последнего уровня Хоа не сильно укачало? Да, блин, я чуть не блеванула, но я вынесла все это, все прекрасно было. Четвертая хана просто в плане геймплея Дашу увидел. Да Тёма там до сих пор эти щиты какие-то вспоминает с какими-то флешбэками. Он периодически ночью просыпается и кричит: «Я забыл взять щит!» И сразу засыпает. Поэтому да, как-то так. Так, сейчас нужно сделать определенные пассы мышкой в
определенной последовательности, потому что если я сделаю это не в определенной последовательности, все похерится. Вот, я буквально в сентябре перепроходил 3 часа всего-то. Да? Серьезно? Такс, такс, сказал бедняк. Сейчас мне нужно открыть папку с игрой. Нет, да, нет, да, нет. Мне нужно сделать вот так. Здрасте. Потом мне нужно сделать вот так. Вот это просто очень удивительное разрешение. И сделать, наверное, так. Тут у меня настроено. И сделать как-то так. Нажать «да». Сделать так, чтобы у меня не вытекли глаза. Это сложно. Так, вроде должно все работать. Насчет звука еще не знаю. Я не настраивала. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Так. Он, по крайней мере, есть, это уже радует. Вот так сделаю, а там посмотрим. Не слушай его, он просто психанул, вырубит. Да ладно, на самом деле игры на ПК, которые, они прикольные. Ну, по крайней мере, в детстве мне нравилось. А сейчас я не знаю, я не переигрывала в них. Вот. Так что, ну, будем смотреть. Студентам и студентам выглядит Слизерин из «Злобного вечера». Аналогично. А других мы и не принимаем. Undeaded? Вау. Вау, а что у тебя за счастливое число 33 такое удивительное? Спасибо тебе огромнейшее за большое количество подарочных подписок. Спасибо тебе огромнейшее, спасибо большое за подгон прекрасный, замечательный, магический, волшебный. Спасибо большое, спасибо тебе огромнейшее. О, 357% хайповоза, прям вообще норм тема, мне очень нравится, я удобряю. Я, наверное, сделаю... А, 33 коровы? 33 коровы и ни одного быка? Вот так, наверное, сделаю, да? Думаю, да. Такс. Спасибо огромнейшее тебе еще раз, Андедыч. Спасибо большое. Кстати, сколько сегодня нашел книжку из 2003-го, где друзья прохождения читы к этой игре, лол. Так. Поехали, что ли? Я говорю, перевод действительно странный. Ну, а почему нет, да? С нормальным переводом. С нормальным переводом от Фаргуса играли все. Погнали. Так, я тут, да, тестила игру. Новая игра. Ничего, кроме звездного неба, не давало повода предполагать, что той ночью произойдут необычные и таинственные вещи. Когда ничего не подозревающий магл спал, из темноты появился огромный мотоцикл, которым управлял великан. Великан, которого звали Хагрид, оставил завернутый в одеяло сверток на пороге дома номер 4 улицы Берючного проезда. В сверток был завернут ребенок. Гарри Поттер – просто хороший мальчик. Его так просто звали все. Гарри Поттер – просто хороший мальчик. В следующие 11 лет Гарри Поттер жил со своими ужасными приемными родителями Дэсли. Дэсли тоже, конечно, сучки те. До того судьбоносного дня, когда он получил письмо с приглашением посетить школу колдовства и волшебства Хогвартс. Хагрид повел Гарри на аллею Диагон, чтобы купить самый необычный набор товаров для школы. Когда они зашли в волшебный банк Гринглс, Хагрид взял из сейфа 713 какой-то пыльный сверток, сказав Гарри, что этот сверток, чем бы он ни был, будет в большей безопасности в Хогвартсе. Да, это пока. Вскоре после этого Гарри сел на экспресс до Хогвартс с платформы 9 и 3 четверти и навсегда покинул мир без магии Магл. Мир без магии называется Магл. Встал, да. Главное, что навсегда покинул. В этом семестре коридор 4-го этажа – это территория, за которую запрещается выходить тем, кто не хочет погибнуть одной из самых мучительных смертей. Всю 4-го, кстати, блядь, этажа. Я понимаю, что они не могли перевести Гарри там сел вещи, хит, которые не знали. Надеюсь, но почему не 4-го, а не 3-го этажа? Вместо Гриффиндора. Слитерин. Хорошо. Не дом Слитерин, да? Сказал Хед ему на ухо. Хек, блин. Ты можешь стать великим. Все в твоих руках. А колледж Слитерин поможет тебе на пути к величию. Подтверждаю. Нет? Ну, если ты так думаешь, то лучше...
Гриффиндор. Чел, тот перевод, это тот перевод на PS1, это игра на ПК. PS1 это PlayStation 1, консоль от Sony. Она вышла в бородатом году. Эта игра вышла на ПК. ПК это персональный компьютер. Здесь выходят другие игры. PS, я понимаю, что это, ну, как бы, похожие слова, но нет. Добро пожаловать в школу волшебства Хогвартс. Я Албус Дамблдор, ваш наставник. Хогвартс полон тайн, Гарри, так что ищи их за каждой дверью. Однако помни, не все тайны стоят твоих усилий. Мне кажется, это Волдеморт, чат. Только сегодня утром я заблудился и оказался в комнате, полной шоколадными лягушками. Но, увы, когда я вернулся, их уже утащили мерзкие полчища огненных крабов. Теперь вверх по лестнице и на уроки не опаздывай. Это, я говорю, демонический голос Дамблдора, это что-то вообще, что-то с чем-то мне очень нравится. Так, окей, она вроде работает, по крайней мере, игра. Ну да, вроде работает. Точно для детей, я не уверена. На самом деле, мышка ужасная сейчас. Где мышка? Вот она. Так. Вообще мышка здесь особо не нужна. Ну, типа, нужна, чтобы колдовать. Но чтобы поворачиваться, не нужна. Ваш первый урок наверху, на 4-м этаже, мистер Поттер. Идите. Почему на 4-м, блядь, если он на 3-м? Я не понимаю просто. Дамблдор хочет меня запутать, я вам говорю. Я вам отвечаю, урок на 3-м этаже. На 3-м, чат, на 3-м этаже. Он хочет, чтобы я умерла смертью какой-нибудь страшной. Отправляет меня на 4-й этаж, которого, в принципе, в Хогвартсе не существует. Ладно. А ну, подожди. Поспеши, Гарри. Ты никогда не узнаешь, куда ведут эти коридоры, пока не исследуешь их. Сразу смирись с тем, что мышка нужна только для того, чтобы поднимать вверх-вниз. Это да. Демонизмом попахивает. Ты тоже это чуешь? Эй, Гарри, помнишь меня? Я Рон Уисли. Мои братья Фред и Джордж хотят показать тебе кое-что. Иди за мной. Уисли, блин, ну пойдем. Иди за мной, Гарри. Да, блин, слышишь, я не успеваю. Подожди. Артем Дуриль, спасибо тебе большое за подаренный саб. Дарк Рейн. Привет, спасибо. Гарри, мы можем показать вам Хогвартс, если хотите. Как начинающему нам надо много чему научиться. Следуйте за нами, чтобы получить тайные знания. Слушай, ну уважительно. Встретимся позже в классе защиты от темных сил. Удачи, Гарри. И главное, их младший брат, ну типа им похер, да? Эти Фреду и Джорджу, он уважительно, он как бы понимает, кто мы такие. Мы мальчик, просто хороший мальчик. Мы научим вас карабкаться. Бегите к книжному шкафу и не останавливайтесь. Вы подниметесь вверх. Соберите все попы, вы можете встретить и найти нас в следующей комнате. Хорошо. Спасибо. Блин, в детстве мне очень нравилась эта игра. Я прям кайфовала. Рон Мандрагор уже скурил. Это может быть. Хорошо сработано. Теперь попробуйте попрыгать. Благодарю вас, сэр. Нажмите прыжок, чтобы подскочить прямо вверх. Если вы упали, вы можете подняться и начать сначала. Окей, Эф. Идите за следующей комнате. Мы пойдем коротким путем и встретим вас там. Благодарю. Мистер Ди сказал мне, что урок на 4-м этаже. А, подожди. Да, я же не настроила автопрыжок. Наверное, я хочу автопрыжок включить. Пусть сам прыгает. Кайф. Что это за Котти Поттер? Кто? Это Пивз Полтергейст. Он всегда причиняет неприятности. Пивз не любит студентов первого курса, так что будьте поосторожней. Пивз. Нет, легендарная Орна... Я ладно, я не буду повторять, это 10-й раз, если честно. Мне, походу, нужно сделать команду отдельно. Вы можете научиться этому.
почему? В Хогвартсе вы найдете всякие жуткие неожиданные уловки. Чтобы проверить собственную догадку, подойдите поближе. Шоколадные лягушки повышают вашу энергию. Каждый Гогвард и Поттер — это забава. Их нужно собирать. Мы тоже их собираем. Мы нуждаемся в 25 бабах Гарри. Возвращайтесь, когда вы соберете их. Найдите. Блин, мне нравится, как он уважительно ко мне обращается. Мистер Дик. Так, нам надо собрать все бобы, обязательно они пригодятся. Так, мелковат я, ладно. Так, сколько он сказал? 25 бобов? Эй, тихо. У меня 27 уже, капец, я молодец. Эта звучка тоже ничего-то. Да что-то как-то да. Я помню, ну, я когда искала нужную мне версию, там типа писали, вот, тут ряды лучшая озвучка, такая классная, замечательная. Думаю, ну ладно, окей, как я его включила, я бинарнула. Андрович, спасибо тебе большое за подаренную подписку. Аня, спасибо огромное. Мы нуждаемся в бабах для некоторых, так сказать, экспериментов. Вот вам карта волшебника, вы ее заработали. Понимаю. Спасибо большое, спасибо тебе огромнейшее. Поднимите через секретный выход, вышли же шкафов. Да блин, я проходила ее последний раз, не знаю, волшебства. Очень давно. Не, вообще не помню никаких секретиков. Флиппенда! Да. Так, окей. Это лучше, чем Гарри Поттер, Гарри Поттер, мальчик, который живет. Ну да, не, на ПК они, в принципе, адекватные игры по сравнению с PS1. Но эта озвучка, это... О, Малвой пришел. Ну, если это не сами знаете, кто Гарри Поттер, то кто же это? Что? Драко Малфой советует относиться ко мне с уважением. Это мои товарищи Слитерин, Краб, Гол. Естественно, я и Слитерин собираемся выигрывать Кубок Дома и Кубок Квиддича. Вы бы лучше ушли с нашего пути, Поттер. Идемте, мальчики. Идемте, мальчики. Ой, бля, да это очень хорошо, это замечательно, прям. Я очень хорошо, что я выбрала эту озвучку, я довольна. Я довольна полностью. Интересно, а кто модераторов провожает в пещеру? Я. То есть, вы понимаете, Малфой сказал нам, в принципе... самый большой твист седьмой части, да? Он сказал, Гарик, если ты не Волдеморт, то ну как бы, ну хрен знает. Ну то есть он уже знал, что в нас живет душа Волдеморта. Морда. И все. Он спарил нас. Получается, да, Слитерин, Крэп и Гол. Норм, ребята такие классные, да. Всем привет, ты волшебник, Гарри. I am a what? Привет, Гарри, я Гермиона Грейнджер. Мы познакомились в Хогвартском экспрессе, помнишь? Нет. Защита против темных сил за этой дверью, следуй за мной. А че это ее нормально перевели? Даже как-то странно. Я профессор Квиррел. Сегодня мы научимся, как защищаться от темной магии при помощи заклинания Флиппенда. Блин, а тут же мышкой рисовать. Это символ заклинания Флиппенда. Теперь нажмите кнопку мыши, повторяйте за мной все движения, а затем отпустите кнопку. Эту мышку здесь. Флиппенду! Чё 81, там на 100% всё. Какая неудача, мистер Поттер. К
какая-нибудь... Гриффиндор получает... Ты охерел? Там надо было 50 очков набрать. Я опять мистер Поттер. Посмотрим, на что ты способны. Блин, да он меня булит, потому что он Волдеморт, блин. Ой, там время пошло. Что это за буллинг на рабочем месте, я просто не понимаю. 100 баллов, что это за лить? Отлично, мистер Поттер. Прекрасное заклинание. Хватит спорить. Боже, Дарк Вейдер, отец Люка. Нет. Что это за линия, я не пойму постоянно. Липпендо! Впечатляющее зрелище, мистер Поттер. Липпендор получает 15 очков. Да-да-да-да, давайте, мистер Поттер. Сколько ж можно? Попробуйте еще. Я уже профессионал. Отлично, мистер Поттер. Прекрасное заклинание. Гриффиндор получает 20 очков. Алло, там пара идет, можно не влетать? Изи. Начинает надо сверху, неправда. Великолепно. Теперь вы можете пойти попрактиковать заклинание Флипенда. Следуйте за мной, мистер Поттер. 100% это незаконно, а мы никому не скажем. Гермиона стоит. Чтобы нацелить заклинание Флипенда, нажмите на кнопку мыши. Чтобы использовать заклинание, отпустите кнопку мыши. Окей. Проверь ту бочку. Проверю сейчас. Флипенду! Я погнал. Флипенду! Звездочка, там Флипенда, а тут мостик, все понятно. Чтобы открыть дверь, наложите на переключатель на стене заклинание Флипенда. Флипенда действует на вещи так же, как и на этот котел. Сбейте его, мистер Поттер. Сейчас, подождите, я как прям пойду посмотрю, есть ли у него волосы на затылке. Бляха, да, у него есть волосы на затылке. Я предлагаю тебе помочь. Извините. Флипенду! Это забавно. Флипенду! Тома борода, да. Я скажу тебе да. Грей, спасибо тебе большое за подписку на годик. Спасибо тебе большое. Еще не успела клянуться, уже вот так всегда происходит, да. Спасибо тебе большое. Хорошая работа. Теперь продолжайте дальше и соберите свои звезды испытания. Увидимся попозже. Всё хорошо. Блин, я не помню, чтобы здесь такая музыка была, если честно. Почти безголовый Ник, привидение дома Гриффиндор. Вот это эффекты. Теперь это книга сохраненных игр. А до этого чем было? Когда вы коснетесь этого, ваша игра будет автоматически сохранена. Игра повторно начнется.
убраться с этого места, если вы потеряете сознание. Вы так можете также загружать сохраненную игру из главного меню. До свидания. Спасибо. Эта школа прям вообще, я не могу, все так ко мне уважительно на вы обращаются, мне очень нравится. Флипендо! Флипендо! 20 лет прошло, это с фильма. Флипендо! С книги страшно и представить. 20 лет с первого фильма, да, в 2001 году вышел. Так, подожди, что здесь? Ничего. Флипендо! Флипендо! Нет, ты чё там стоишь? Господи, напугал. Флипендо! Флипендо! Помню, считала по годам, когда мне исполнилось 11 лет, как Гарри, и вот этот год ждала. Я до сих пор жду. Но я каждый раз повторяю, ребята, те, кто там родился с периода, по-моему, там с 91 по 98 или что-то. Блин, я не помню с какого. Ну, в общем, 95 точно входит в этот период. Мы не можем дождаться письма. Потому что Володя сжег все письма. Они просто не могут дойти до адресата, потому что их сожгли. Так что наши письма просто сгорели в небытие. Чтобы убрать с дороги эту помеху, используйте свое заклинание Флипендо. Очень обидно, кстати. Да. Флипендо! Мне кажется, даже если письмо придет, то мы пойдем в колдотворец и будем летать на бревнах, думаешь, вместо метель. Ну, это, конечно, жестко. А украинцы еще на сале будут летать, и чешо. Жрать и цибулю. Я не понимаю. В Украине вообще ничего нет. Никакого там этого. Колдотворца. Флипендо! Я согласен даже на работу в фильме. Флипендо! Да блин, ты вспомни пятую часть, как бедный Филч сначала все картины снимал, а потом их обратно вешал. Флипендо! Даже сдохнуть можно, сколько этажей этих чертовых картин было. На диканьке начертали. Да. Блин, что-то я не могу. Флипендо! Твич обнадежил меня. Твич вначале показал, что я Анну второй раз подпустить могу, а потом передумал. Ага. Вот так вот, видишь? Анну нельзя второй раз подписать. Дети против волшебника смотрела? Нет, слава богу. Я смотрела обзор. Флипендо! И мне даже от обзора плохо стало. Ой, да что ты орешь-то? Мы еще не умерли. Подожди. Флипендо! Нагбага Джинкс. Флипендо! А че ты не прыгал? Он умер, чат. Тут же шафта прыжок должен быть. Охренеть, а что ты начинаешь знать? Вот это хардкор! Вот это да! Вот это я понимаю. Флипендо! Да что, аж Dark Souls сраный. Флипендо! Да, молния в углу — это наша жизнь. Флипендо! Так колдуй давай, Гарри, ты колдуй! Флипендо!
кого-то расстрелять. Может и будет. А можно и Нонсаву. Флипендо! Гарик, ну, прыжки это явно не твое. Он же должен был зацепиться как раньше. Сейчас все. Флипендо! Мне очень понравилось это место, я просто хочу его проходить. Каждый раз все больше и больше я кайфую от этой архитектуры прекрасной, поэтому я просто хочу... Флипендо! Просто у меня руки с жопы растут. Нет. Флипендо! Не из-за этого, абсолютно нет. Мы тебе верим, спасибо. Флипендо! Я никогда бы вам не соврала в этом. Флипендо! Так, я, пожалуй, дождусь, пока эта хрень ко мне доедет, да? Да что это такое, ваш Dark Souls? Да-да. Куда ты уезжаешь? Подожди меня. Флипендо! Тупо посреди коридора в школе бездонная яма в темное измерение. Найс. Ну, блин, а у тебя что, в школе такого не было? Флипендо! Какая у тебя странная школа. Ты где учился? Флипендо! Нет, Гарри, фу, слава богу. Ох, тебе повезло, да, Поттер. Ох, повезло, повезло. Флипендо! Флипендо! Хогвартс, самая безопасная школа. Ага. Дети приезжают такие домой. Ведь слушайте... А я, конечно, первый год в волшебной школе, но разве это нормально, когда директор говорит, что на третьем этаже вы сдохнете самой мучительной, ужасной смертью, а в лес выйти нельзя, потому что там сидит огромный паукан? Ну, в принципе, что, нормально. Нечего туда ходить, правильно? Кто-то не допрыгнул, чат. Я вам говорю. А тролль в туалете? Ну, это нормально. У нас у всех в школе были тролли в туалете, по-моему, нет? Кренькая, кисенька, кисенька, кисенька. Сколько раз ты уже должна была погибнуть? Но нет, ты жива. Ну да, потому что это очень безопасная школа. Это гном, мистер Папа-Поттер. Им нравится надо едать молодым волшебникам. Чтобы пройти тест, Папа-Папа, прокиньте его на спину. Они быстро двигаются и могут быть очень надоедливыми. Бобы мне отдай, мразь! Флипендо! Флипендо! Целый факультет в какой-то подвал заселили, о чем речь вообще? Слушай, да! Я не знаю, я... У меня действительно есть теория, да, о том, что когда бюджеты распределяли, как бы, ну, факультеты там, да, господи, боже мой, там, Гриффиндор, да, Хаффлпафф, Рейвенклоу, они как бы распределили все нормально, все для студентов, скажем так, гостиные обустроили. А Слизерин, он просто
отбахал тебе огромную тайную комнату с, блядь, с Василиском. И там у него, ну, остались какие-то копейки. Ну, такой, да, подвал есть. В общем, пусть там живут. Вот, а у меня будет огромнейшая тайная комната. Вот такая идея прям вообще была. Охеренная просто. Ну, чё не сделаешь-то? Ну, типичный директор. Нормальная тема. Поздравляю, мистер Поттер. Вы прошли этот тест. Вы собрали все звезды испытания. Гриффиндор получает 20 очков. Теперь можно приступить к занятиям с метлой. Я не По дороге назад в их общую комнату в Гриффиндоре Гарри, Рон и Гермиона делились впечатлениями о своих первых днях в Хогвартсе. Они много говорили о краже в волшебном банке Гринготтс, но времени на разговоры у них не было. Гарри и его друзей ждал урок полетов с мадам Хуч. Вот сейчас будет жестко. Я ваша преподавательница, мадам Хуч. На вашем первом уроке вы будете лететь сквозь эти волшебные кольца. Ты ж робот. Ты андроид. Управляйте вашими метлой клавишами. Ключи скорости и остановки регулируют вашу скорость. Ну, мы разгадали, почему она так хорошо летает, потому что она киборг сраный. Мы готовы, Поттер, тогда по свистку. Я не готов. Я тут инвертированная, да, управление? Куда? Подожди, сейчас все будет хорошо. Следите за следующим упражнением. Просто убейте меня здесь. Я отстану. Не пройду это никогда. Посмотрим, как вы справитесь с ней, как вы с кольцами. Увеличим высоту. Вниз! Смотрите на себя, Поттер. Как достать, блядь? Ладно, с ним. Там открылась, по-моему, дверка как раз, да? Нет. Вверх! Думаю, вас вражду мутаем. Вниз лети! Талант. Капец, это реально кибер. Попробуем с перемещением колец. Охуенная идея. Здоровская просто вообще. То мне мало было, да? Видели себя, Поттер. Отлично, мистер Поттер. Квалифицированный показ, мистер Поттер. 15 очков для Гриффиндора. Летайте в любое время. Вы найдете эту опцию в главном меню. Время урока чар. Здравствуйте, Поттер. В смысле, здравствуйте, Поттер? А с каких пор мы здороваемся в конце урока? Так, хорошо, потом возьмем там карточку чаще, да. Это было сложно. Глипендо! Вспотело. Глипендо! 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 Это еще память сгорел. Ну, судя по всему, да. Глипендо! 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 Это что, игрушечная мышь? Это ты кинула? Нет, не я. Ты что, думаешь, я тупой? Да это игрушечная мышь. Я... Просто, да?
просто молча нежить. Спасибо большое, да, да. Спасибо тебе огромное за 777. Спасибо тебе большущее за большой донат. Клипендо! Спасибо. Так, сейчас, чатики, я окошко прикрою, тут холодно, блин, пипец, может, минусовая температура сегодня ночью должна быть. Сейчас. Кристинка, здравствуйте. Гарри, ты вандал. У нас тоже минус еще. Это уже пора, в ноябрь. Что-то я замерз. Несмотря, чтобы карточку уже не взять. Да блин, но как же можно в кидочку полетать? Вот только здесь надо ее брать. Привет, Хермайн. Вы пришли рано для урока, но я научу вас новому заклинанию, которое я испробовала на себе. Прям на тебя. Заклинание, которое я узнала, это Алхамора. Оно открывает запретные волшебством вещи, но не используйте его во вредных целях. Это символ для Алхамора. Когда я останавливаюсь, удерживаю кнопку мыши и рисую подобное, затем отпускаю кнопку. А? Что хрена ты вообще мне баллы ставишь? Ты такая же ученица, как и я. Твой монстр. Рука дернулась. А, Кристин, спасибо тебе большое за две подаренные подписки. Спасибо тебе огромнейшее. Спасибо большое. Алхамора! Скоро в Харькове снег выпадет 15. Это превосходно, Гарри. А, ну да. Я уверена, что профессор Флитвик дал бы нам 5 домашних очков за эти чары. Это очень удобно. Слушай, я думаю, нам бы поставили 800 баллов. Как ты думаешь? Да, я думаю, нормально. 800 баллов Гриффиндору! Они так все баллы заработали, бедный Сливерин. Фантастическая работа, Гарри. Это было действительно хорошо сделано, Гарри. Профессор Флитвик наградил бы вас, по крайней мере, 10 домашними очками. Домашними заданиями. Вы приобретаете навык. Гриффиндор читер, блин, не говори. Алхамора! Алхамора! Это было совершенно, Гарри, я удивлена. Профессор Флитвик был бы очень доволен попыткой, Гарри. Я уверена, что он дал бы вам 15 домашних очков. Конечно. Практика еще никому не мешала, так что попробуйте еще раз. Снайпси такой, блядь, да почему, говорит, у них баллы-то начисляются все в переменах, гребаные. Изумительно, вы очень хороши в этом, Гарри. Это было блестяще, Гарри. Профессор Флитвик наградил бы вас, по крайней мере, 20 домашними очками. Все части будешь проходить. Ну, планирую как минимум 3, а потом посмотрим. Теперь вы попробуйте использовать Алхамора. У нас все еще есть пара минут перед уроком заклинаний. Поэтому давайте будем взламывать замки. Дверь перед вами заколдована. Используйте заклинание Алхамора, чтобы открыть ее. Сейчас я могу вот во взрослом кино же. Это в каком взрослом? Алхамора! Вы сделали это. Теперь сможете ли вы найти два секрета в этой комнате? Тренироваться? Конечно. Каждый день я же чувствую. Клипендо! Опа, карточка. Попробуйте книжный шкаф. Да, подожди, уже все открылось. Спокойной ночи, Андедыч. Давай. Если вы уже восхитились собой, Гарри, посмотрите на тот волшебный сундук. Чё ты булишь меня? Используйте да, Алхамора, стоял, чтобы открыть восхищался. Его. Алхамора!
интересно, Хогвартс Легаси когда-нибудь выйдет? Или это то же самое, что Стар Ситизен? Класс-чар за этой дверью. А ты чё, умная такая, да? Я не пойду. Добро пожаловать, юные волшебники. Я профессор Флитвик, и сегодня мы будем учить простые заклинания Вингариум Левиоса. Здравствуйте, профессор Флитвик. Соблюдайте правильность символов Вингариум Левиоса. Смотрите, как я останавливаюсь, удерживая кнопку мыши и рисую подобное. Потом отпустите кнопку. Что-то я возбудилась. Вингардиум Левиоса! Уже получше, мистер Поттер. 5 очков для Гриффиндора. Обещали Хогвартс Легаси в один год с новыми тварями. Попытайтесь идти чуть быстрее на этот раз. Вроде после них ходила 32-го. Жестко. Ой, что-то плохо пошло. Вингардиум Левиоса! Уже получше, мистер Поттер. 10 очков для Гриффиндора. Давайте продолжать урок, мистер Поттер. Мало очков даешь. Гермиона сказала, что профессор Флитвик мне даст много очков. Где мои очки? Вингардиум Левиоса! Мистер Поттер, я хочу сыграть с вами в одну игру. Это было первоклассно, мистер Поттер. Точно. 15 очков для Гриффиндора. Давайте продолжать урок, мистер Поттер. Давайте. Палочка тонковата как-то, знаешь? Какая неудача! Вы почти сделали в тот раз, мистер Поттер. Сейчас мы начнем урок по Вингардиум Левиоса. Мы будем прокликивать заклинания. Следуйте за мной, мистер Поттер. Я не сдал, я никуда не пойду. Направьте Вингардиум Левиоса на эту статую, затем переместите на эту большую тарелку. Тарелку? Окей. Не, я точно помню, что, короче, если ты даже полностью во все эти попадешь линии, но проведешь вот так вот быстро, то типа тебе не засчитается 100%. Я очень хорошо помню, меня это бесило в детстве. Хорошо сработано. Теперь иди собери звезды испытания. Я встречу тебя в конце. Удачи, мистер Поттер. Какого хрена Флитвика заменили в четвертой фазе? Ну, его не заменили, его играет тот же актер. Но внешность поменяли. Пришел новый режиссер. Так почему, подожди, почему в четвертой части? Его в третьей части поменяли уже. И нет, в четвертой. В третьей или в четвертой? Кого в третьей части? Внешность. Режиссер пришел и сказал, что я так вижу. Ну. Глиппендо! 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 Спёр камень, вот Вальтия Зелия, точно-точно. Глиппендо! 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 Алхамора!
Теперь хочу услышать, как озвучили Снейп. Уипендо! Шада. Зачем нужны эти конфетки? Блин, по-моему, карточку Висли покупать. Уипендо! 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 Какой фильм положился самым слабым? Пятый. Я его вообще не люблю по сравнению с книгой, пока не любит фильм. Если смотреть его отдельно от книги, наверное, ну, норм. Но если его сравнивать с книгой, то мне очень не нравится. Вингардиум Левиоста! Гвинблейд. Но я не буду повторять это десятый раз. В общем, это разные игры вообще. Там ничего вроде не видит. Вот нет. У меня в пятой части книги сам Гарри бесил пол книги такой. Да, да. Ну, блин. У него там, ну, объяснялось, почему он себя так вел. Ну да, мне тоже он раздражал дико просто. Гермиона была вообще одним голосом разума на всю книгу. Единственным голосом разума, который никогда не слушал. У меня, блин, в пятом фильме тупо сам факт бесит, блин, в книге там описывали, как они в отдел тайн пробирались, там вот эти много разных дверей, каждая ведет там в разные эти, да. Пришли такие на лифте, блядь, в отдел тайн, приехали 5 пиздюков. Мы, говорит, приехали в отдел тайн, в Министерстве магии, на лифте. Изи пробрались просто. Вот это да, вот, молодцы. Молодцы прям вообще. Ой, да. Алхамора! Вингардиум Левиоста! Когда мы эти книги выводили, как мужик с головой младенца бегает. Да блин, там же ж вообще... Там потом все валялись в больничном крыле после этой битвы в отделе тайн. А, и такие типа выше, ну нормально. Там у кого-то там царапинка на щеке была. Луне нос разбили, да, единственное, что в фильме. И все. Алхамора! Окей. Слушай, там Рон вообще с самого начала валялся бездейственный. И там Гермиона получила тоже какое-то там ранение от Долохова, по-моему, или что-то. Ай, похер вообще. Но единственное, мне понравилось момент в пятой книге, в пятом фильме, когда именно начали, короче, когда Орден Феникса пришел на помощь, то есть вот эти вот эффекты, когда пожиратели смерти, они появлялись с черной дымкой, да, такой, то Орден Феникса с белой дымкой вообще эффект очень классный. Вот это понравилось. Это было прям классно. Алхамора! Про родителей Невилла тоже. Я не помню, правда, в какой это книге было. Вот я не помню, в какой книге, когда они
Ну, кто читал и помнит, когда ребята пришли в Мунго, да, они, по-моему, пришли, и они встретили родителей Невилла там. Вот там такой момент душераздирающий был, и вообще нигде не показали. В пятой, да? В пятой. Вообще не показали этот момент. Блин, я там рыдала на этом моменте, когда я это читала. Они просто... и все. Ну, блин, обидно. Такой сильный момент был. А они вот так вот сделали. Ничего не вставили из этого. Вингардиум Левиоста! Да, финальная битва, да, битва с Волдемортом и Дамблдором тоже классно сделана. Ну вот единственное, да, то есть спецэффектики в конце фильма были классные. Ну а если, я же говорю, именно считать это то, что это экранизация? С Невиллом тоже, да, его сдвинули там на пятый план. С Малфоем тоже, кстати, очень много урезали. Поздравляю, мистер Поттер, вы прошли уровень и справились с заданием. Вы собрали все звезды испытания. 20 очков для Гриффиндора. Теперь вы свободны. Добби. Сеймур, спасибо тебе большое за 4-й месяц. Спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вот, ну, короче, да, там много всего повырезали. Но я же говорю, именно пятый фильм мне меньше всего прям нравится, потому что ну, там слишком много всего переделали, много чего убрали. Вингардиум Левиоста! Паренек, который Малфой играл, как раз к пятому фильму играть, научился до этого смотреть. Больно было. Блин, вы на Поттера посмотрите во втором фильме. Вот где тоже было больно смотреть. Во втором и в пятом фильме Рэдклифф сыграл хуже всего. Во втором, наверное, потому что еще опыта не было. А в пятом, наверное, потому что уже бухал. Это прям вообще. Нормальная экранизация, все основные моменты раскрыты. Ну, вкусовщина. И меня спросили, какая мне не нравится. Я ответила, почему. Флипендо! Да, все мелкие не особо. Ну, мелкие, чё. Кто это тут мне письма пишет? Подождите, я вижу секретную комнату. Или я там уже была? Какая нравится больше всего? Ну, первая нравится, потому что первая всем нравится. А если говорить из последних частей, да, там с четвертой по восьмую, то мне больше всего нравится шестая. Алхамора! Ну и битва за Хогвартс тоже классно выглядела. Тут как бы что говорить. Ну, в принципе, шестая у меня книга любимая, шестая. И экранизация, в принципе, тоже прикольная. Алхамора! Владислав, хватит это повторять, пожалуйста. Уберите его в комментариях на всякий случай. Да, по-хорошему, надо было пятую часть на два фильма разделить. Потому что там вот такая вот книга. А седьмая часть вот такая. Они седьмую взяли, разделили на две части. Зачем? Ну как, понятно? Алхамора! Ради бабла. Гарри, не опозвай на урок травоведения. Травоведение. Я жду тебя перед входом в оранжерею. Встретимся там, Гермиона. Твоя Гермиона. Хорошо, Гермиона. Сейчас приду. Пивис. Сюрприз! Сюрприз! Я Пивс, Фактор, и тебе лучше стремиться меня. Пивстер? Это твоя кликуха, что ли, Пивстер? Я Пивстер. Я вообще не поняла, что он сказал, но ладно. Я Пивстер. И
Я на стримах год, что ли, не была. Таня как-то изменилась, повзрослела. Китры. Амнезия. Привет. Любимая первая, третья и четвертая до... Понял. Кивис стал хипстером, думаешь? Так, здесь есть какие-нибудь секретные штуки? Ничего нету, ну ладно, пойду. Благодаря книгам по которой пристрастилась к чтению. Хорошо. Гарри, здрасте. У вас есть 25 бобов для нас? Слышишь, мы нуждаемся в бобах для некоторых, так сказать, экспериментов. Тупо гопники вышли из-за угла и требуют у меня бобы, прикиньте. Хорошая работа, Гарри. Нашли все бобы, которые нам были пока нужны. Ну вот, карта волшебника. Надеемся, что у вас ее нет. А если есть, то что? Спасибо, что помогли нам, Гарри. Да, кстати, пипсы не показали. Тоже странновато. Он там вообще-то в битве за Хогвартс нехило помогал. Худжина, здравствуйте. Гарри, если ты опоздаешь на урок травоведения, Гриффиндор может потерять домашние очки, поспеши. Блять, да я их сам заработал. Не буду я спешить никуда. Я даже не знаю, куда идти. Не буду никуда спешить. Невилл, ты что? Привет, Гарри, я Невилл Локботтом. Это мой напоминер. Напоминер. Это сообщает вам, что вы забыли сделать. О, это говорит мне, что у нас скоро будет занятие по травоведению. О, я почти забыл, не упустите дракона Малфоя! Я видел его крадущимся здесь несколько минут назад. Ты видел дракона Малфоя? Оу май. Вы все же испытали метлу? Думаю, что я немного боюсь летать. Да, дракон Малфоя, наверное, неплохо выглядел, да? Алхамора! Девочки рассказывали. Да, это оригинальная озвучка. Алхамора! Алхамора! Краб и гол рассказали, да-да-да. Я что-то не помню этой озвучки. Я тоже. Просто это единственное, которое запустилось адекватно. Но, тем не менее, будем сегодня слушать. По идее, там должна быть секретная комната. И я буду первым, кто найдет ее. Придурок, я уже нашел ее. Глиппендо! 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 Крадущийся дракон Малфоя. О, да. Алхамора! Алхамора! Блин, ну кайфово, не знаю. Мне кажется, мы с вами не зря этот марафончик замутим. Скоро зимушка-зима. О, эй, голый Поттер, краб. Эй, Поттер, ты любишь сюрпризы? У Малфоя есть подарок для тебя. Вам бы лучше глядеть в оба, Поттер. Слитерины не любят гриффиндоров. Точно? Я люблю подарки. Глиппендо! Дракон Малфоя придет. Глиппендо! Глиппендо!
пещере Гермиона. В оригинале Крэб и Гойл говорят на... Что? Интегра! Блин, стоматология. Надо пойти. А, привет. Блин, а где сраная учебка? Я что-то заблудилась. Английский для гопников. Это типа London Gopniks, как у Гая Ричи. О, подарок Малфоя пришел. Так-так, Поттер, мы опять встретились. Замком любуешься? Ты слабак, Поттер. Был и остаешься таким. Тебе никогда не обойти меня, как бы ты ни старался. Босс-файт. Ого-го, Поттер не может выбраться из замка. Эти волшебные крекеры должны заставить вас почувствовать себя лучше. Они удивительно хорошая забава. Ловите. Давай. Осторожно! Это ты мне говоришь осторожно, ты волнуешься за меня очень, очень мило с твоей стороны. А он умер! Проклятие, Поттер, в следующий раз вы не будете настолько удачливы. Кутался в одеялко, кайфую от горы наркоман. О, кайф. Это просто кайф. Кто вы там? Он один здесь? Не-не-не, тут ко мне все обращаются на вы. Уважаемый человек, Гарри Поттер. Просто хороший мальчик. Все в порядке. Гарри, здесь. Не ходи к нему. Привет, Гарри, я Хагрид. Рад тебя видеть. Это территория замка Хогвартс, а я хранитель здешних угодий. Даже не верится, что все так быстро здесь растет. Ваша подруга Гермиона ждет вас у входа в оранжерею. Заходите на чай, когда кончатся уроки. Я не пойду. Отправляйтесь на занятия, Поттер! Это ж этот рыжий предатель, да? Сука. Как там квиддиш? Тайник фонтан! Раздавила. Алхамора! Тоже хочу завтра в Хогвартс на работу. Да, было бы неплохо, наверное. Урок травоведения только что прошел в саду профессора Расту. Опоздали. Я буду ждать здесь Невилла. Думаю, что он снова потерялся. Невилла. Продолжайте, Гарри. Вы лучше добрались бы к уроку. А ты чё такая умная вообще? Она просто хочет прогулять. А не собирается идти к профессору Расту. Я вам отвечаю, чё-то. Опа. Алхамора! Не вилла, а усадьба. Глиппендо! 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 Глиппендо!
Глиппинду! Глиппинду! Разрядилась палочка. Глиппинду! 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 Далеко, а не нормально. Владислав, то за шо? Чтобы попасть на урок всем студентам, надо побить улиток и хищных. Алхамора! А иначе, ну, как бы сильнейший, знаешь, идет на урок. Поэтому... Бляха, я не умею еще колдовать кусты, поэтому буду сейчас это таймер говорить. Алхамора! Алхамора! Игра в кальмара прям, да-да-да. Что-то есть в этом. Боится этих улиток? What the fuck? Зачем? Зачем он боится? Сама в полном экране запускается? Ага, разрешение конченное. Вода обратно течет. What the fuck? Чат. Окей. Причем здесь нормально течет. Этим в мозг прям. Помоги. Алхамора! Глиппинду! 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 Алхамора! Теперь вместо того, чтобы идти на работу, хочу лежать под одеялок, но смотреть все части Гарри Поттера. Изи. Так, Изи, скажи, что у тебя понос. Никто не станет проверять, действительно ли у тебя понос. А если скажешь, что Алхамора! Понос, короче, и тошнота. Одновременно. Алхамора! И начнем давать странные звуки. Да. Я думаю, что в принципе это поможет взять тебе больничный на 1-2 дня. Да. Никто не хочет, чтобы ты обосрался на работе. Я думаю, да.
блин, там фонтанчик. Вингардиум Левёста! Это было, когда чебурек в Крыму поехали. Жёстко. Ой, что-то я даже не посмотрела, когда я бегу. Ну ладно, вот. Капец, вот это я замансила чат, ты прикинь? Вот это тайминги просто идеальные. Так, там, наверное, это занятие, извините. А что здесь, здесь поблизости? Я прям пошла специально, чтобы меня укусили. Ну тайник же где? Там был тайник. А, вижу. Да. Алхамора! Алхамора! Это что за звуки, блин? Чат, ну вот ты в ад попадешь после этого. Это же детская игра, камон. Алхамора! Так, я заблудилась, чувак. Куда мне идти? Я? Кто я? Ага, вижу. Алхамора! Так, ага. Говорю, что если вы не можете приехать, говорите начальнику, что застряли в туалете и адрес. Проверять вас там все равно не будут. Обстоятельства от вас не зависят. Видишь, работает. Алхамора! Вау! Блин, да как? Забрали 25 бобов. Блин, вы задрали. Спасибо, что помогли нам, Гарри. Ну вот, карта волшебника. Надеемся, что у вас ее нет. Помнишь про тайник? У нас есть работа, которую нужно выполнить. И обратно уперли. Это что за Годрик Гриффиндор? Сбоку заходи. С какого боку? Что это за
уголок социопата. Кайф. Здесь можно стоять и наблюдать за всеми. Из кустов. Да. А наверх можно? Что это было? А, дверь открылась. Алхамора! 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 Опа, здравствуйте. Фига тут они. Не, игра-то прикольная, на самом деле. Я говорю, мне в детстве очень нравится. Но мне в детстве очень нравилась третья часть. Это потому что много всяких механик клёвых. Но меня бесил там играть за разных персонажей. Но меня в третьей части бесил этот рыжий морда, блин, этот вислый, прям не могу. Меня раздражало, у него были самые тупые испытания, самые бесячие в мире вообще. Здравствуйте, класс! Здравствуйте. Я профессор Росок. Сегодня мы выучим заклинание пламеню, которое поможет вам справиться со всеми видами опасных растений. Угу. Росок. А теперь посмотрите на правильный символ пламеню. Нажмите на кнопку мыши. Это не вагина, движение. После этого отпустите кнопку. Это не вагина. Смиритесь просто. Это листочек. Это листочек! Листик! Инсендио! Первоклассное пламеню, мистер Поттер. 5 очков для Гриффиндора. Продолжим да. Урок, мистер Поттер. Не вагина, да. Понимаю. Что-то я медленно. Это пламя. Инсендио! А, возможно, для да, первокурсника это листочек. Потрясающе. Это не вагина, это пламя, листочек. 10 очков для Гриффиндора. Продолжим урок, мистер Поттер. Может листочек, а может и пламя. Что его пойми? Первоклассное пламеню, мистер Поттер. Зачем ты это сказал? 15 очков для Гриффиндора. На этот раз попробуйте немного быстрее. А ты что, меня учишь, да? Как надо? Мне 10, ладно, 11 лет. Почему ты меня учишь, женщина? Инсендио? Гай, быстрее. Инсендио! Великолепно, мистер Поттер, вы наложили идеальное заклинание по меню. 20 очков для Гриффиндора. Прикинь, Флитвик там, короче, этот, забулил и не дал мне одно очко. Настало время проверить ваши способности по пламению. Пройдите в эту дверь, мистер Поттер. Сейчас пойду. Это колючий кустарник. Вы можете использовать против них пламенио. Но отойдите немного назад, чтобы в вас не попали шипы. Какой хороший урок. Инсендио! Инсендио! Флипендо! Инсендио! Флипендо! Инсендио! 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 Изи. Флипендо! Не надо, Ксео! А! Сука! Флипендо! А.
Это типический представитель ядовитого щупальца. Наложите заклинание пламенью, и оно мгновенно завянет. Инсендио! Теперь, чтобы закончить урок, пламенью! Какой инсендио? Идиот! Боже, вообще, короче, не обучаемый. Инсендио! 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 Говорит, пламенье! Инсендио! Алхамора! Стипенда! Идиот! Необучаемый просто. Инсендио! 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 Алхамора! Фипенда Нагбак Джинкс, да. Инсендио! 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 Алхамора! Инсендио! Пламенио. Да. Ни разу еще не применили. Че там, сундук остался сзади? Гарри, где сундук? Точно, спасибо. Алхамора! Приходит Гарри к маме. Мама спрашивает, ну что, Гарри, какие заклинания выучил? Инсендио! Инсендио! Это как тот мемасик, когда они с Гермионой знакомятся. Я выучила только свое заклинание как раз. Авадакедавра! Тан-тан-таран-тан! Все. Приходит Гарри к маме. А мама нет! Да. Виноград нападает на дерево. Ты уверена, что это виноград? Ты где вообще такой виноград видел? Лучше не приближаться к ним. Глипендо! Как ты говоришь такое? Я просто не вижу. Глипендо! Гарри, это ты. Гарри, 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 это ты. Тут спрятался Боб Марли. Инсендио! 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 Виноград нападает на дерево, чат. Да. Ага, вижу. Алхамора! Глипендо! Глипендо! Глипендо!
Спасибо большое за стрелочки. Прям меня спасает. Инсендио! Короче, я пришла. Клипендо! 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 Сучка! Инсендио! Это, конечно, то, ради чего стоит пройти эту игру, мне кажется. Разработчик где? Тут стрелочки же! Да, да. Инсендио! Алхамора! Блин, тут что-то с этими цветами по-любому надо было делать. Я не помню, что. Гномам плохо или хорошо? Я думаю, это такого не мешает, если честно. Вингардиум Левиоста! Вингардиум Левиоста! Вингардиум Левиоста! Изи. Поливаем! А, вижу. Клипендо! Представь эту игру с манипуляторами, как у Блэк на диване. Надо трясти и орать заклинания. Блин, я бы играла с удовольствием, это было бы очень орно. Типа палочку тебе такую выдают, там... Алахамора, инсендио! Было бы классно, было бы охеренно. Алхамора! Клипендо! 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 Так, и чё? Они вышли, а нахрена? Тоже ж нет даже сундука никакого. Весь мир не граднет. Да? Инсендио! Инсендио! Клипендо! Инсендио! Клипендо! 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 Размахался своей палочкой, конечно. Инсендио! Узнается из пида. Инсендио! Инсендио! Даже похавать, блин, не дали. Хватит стрелять в меня. Ага. Инсендио! 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 Дио-дио! Алхамора! Клипендо! 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 Справа там Алхамора еще? Да? Еще найду. А, вижу. Алхамора! Жаба, извини. Жаба, прости. Жаба, постой. Будем вместе. Будем с тобой. Даже заколдовывать надо, чё-то. Где я буду?
Изи, спидран. Игру переводили на польский, понятия не имею. Клипендо! Алхамора! У меня не дофига там звезд, не? Ой, какое красивое число 222. Их даже заколдовывать не надо. Инсендио! Оп-оп-оп-оп, все, изи пройдено. Просто изи. А зачем я здесь? Я вижу. Опа! Ой, не-не-не-не! Алхамора! Алхамора! Опа, карта волшебника! Нет! Я прыгну за тобой в бездну. Он умер? Что-то было за звук, он умер? Чат, он падает! Чат, бляха, он по стенам ходит! О, господи, это было страшно! What the fuck? Прыгала в песню. Клипендо! 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 Пись-пись-пись. Пописал. А чё, даже там никаких секреток нет, да? Серьезно, вы сюда даже какой-то сраный боб не засунули? Капец. Это белая вода, это молоко. Девственниц. Поздравляю, мистер Поттер, вы прошли испытание. Вы собрали все звезды. Гриффиндор получает 20 очков. Теперь вы свободны. Сейчас, не думай об этом. О, боже, Хагрид, зачем ты меня ждешь здесь? Не жди меня. Пожалуйста. Я не хочу. Вот ты где. Надеюсь, ты успеваешь по травоведению. Мне нужно с вами кое о чем поговорить. Это лучше сделать в моей хижине. А пока лучше бы вам не опаздывать на урок обращения с метлой. Вперед! О, урок обращения с метлой. Чач, сейчас, может, возьмем этот... карточку. Хагрид хочет, чтобы мы научились управляться с метлой. Не к добру это. Не возьмем. Ксеокс! За шо ты? Тренируйтесь обращению с метлой, Поттер. Не опаздывайте. Ты вообще из Слизерина, ты командуешь. Когда научитесь летать на метле. А я что, не сюда должна идите идти? Заниматься, Поттер. Метла не для начинающих. Алло там, я... А куда идти-то? Я думала, мне сюда. Хагрид, куда мне? Вам лучше проведать Лонгботом, а он закончил учиться летать на метле. Да? Не, не думаю, что у него это получилось. Вислый. Идет Невилл, он расстроен. Лучше иди спроси, чего он хочет. А чё я-то? Помоги мне! О, господи. Что, Лонгбот там, нажаловался? Защитничка нашел? И ты хочешь, чтобы я вернул его драгоценный напоминар? Пускай Лонгбот там попотеет. Оставлю-ка я его, скажем, на дереве. Думаешь, сможешь поймать меня? Что ж, посмотрим, Поттер. За мной, мальчики. Ой-ой. Верни Невиллу его напоминар, Малфой.
Ты хочешь получить напоминар? Посмотрим, сможешь ли ты поймать его. Лучше остерегайся моих бладжеров. Блядь! Ай, бляха, яйца летят. Поттер, блин, очки по... Боже, неправильный путь правильный. Это путь героя. Я убила его. Ты за это ответишь. Вот, возьми свою дурацкую штуковину. От нее мало пользы. Ну, вообще, да. Вообще бесполезная хрень. Ты вернул напоминар. Спасибо, Гарри. Теперь я найду свою жабу. Как? Это... Тревор, отзовись. Это я, Невилл. Алло, напоминатор, Тревор, Тревор, вспомнил, отзовись! Вспомнил, я оставил Тревора Алло! Возле оранжереи. Господи, там есть растения, питающиеся жабами. Алло! Поттер, я профессор МакГонагал, заместитель директора Хогвартс, глава дома Гриффиндор. Привет, хоть я и не одобряю твое соперничество с Малфоем, но все же должна признать твой талант в полетах на метле. Ты сможешь играть в квиддич, хотя по правилам студенты первогодки не допускаются к игре. Гарри, первое состязание гриффиндоров квиддического матча против огромной команды слитеринов этого года состоится чуть позднее полудня. Тогда и увидимся. Я слышу, сегодня будешь играть против огромной команды слизерина. У нас как бы маленькая, а у них огромная команда слизерина. Вот. Да. Так и живем, чат. Минус Тревор, ну да. Их 40 человек, да-да-да. Мы из Москвы. Капец, у вас кусты, ребята. Куда я прусь-то? Слизерин такой. Приходи один, мы тоже одни придем. Слипендо! Что это? Господи, черепашка. Входи. Господи! Инсендио! О, нет. Инсендио! 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 Алхамора! Прыжковые упражнения! Ей! Алхамора! Дай... Бляха, мне спускаться придется. Секретка зато. Чач. Алхамора! Прикинь, да? Нельзя спускались, получается. Это? Она мне сюда? Глипендо! 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 Глипендо!
Флипендо! 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 Слышишь, что Пикси, Викси, Фикси, Микси. Флипендо! Ушла отсюда, так вот заклинание произносится. Да. А можно там не убивать меня, спасибо? Алхамора! Золотой сундукин. Блин, хоть бы дали жабу какую, слышите, а то у меня уже хп нет. Причем в прямом смысле нету. Кончились хп. Не, чё-то я не знаю, что такое Викс. Флипендо! Все дворники маги, потому что у них есть метлы. Случа тоже была метла, и чё? Пропустила сейф. Вижу. Благодарю. Флипендо! Жаба. Кайф. Флипендо! Игра у нас Crash Bandicoot по популярности некоторым механикам. Ну, про Крэша я слышала, про Декс нет. Я пройду здесь, ясно? Все равно. Тебя меня не победить. Инсендио! Флипендо! 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 Инсендио! 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 Жаба где-то!
а жабы нету. Ты ж мать не жаба, это ничего. Инсендио! Инсендио! Заклинание для слабых. Да. Так и есть. А мы Гарри Поттер. Мы сильны духом и слабы зрением. Алхамора! Опа! Привет! В затекстуре я ушла. Опять вертикально по стенам ползаю. Капец, конечно. Это капец какой-то. Это какой-то капец. Да. А можно залезть, Гарик? Скалы писают. Алхамора! Жабы никто не дает, чач. О, черт. Не жабы. Алхамора! Опа, еще карта. Офигеть. Мы уже карточные, короче, дилеры скоро будут. Слушай, как эти звуки вставляться хотят. Хижина Хагрида. Сейчас будем собирать семена дракона. Семя дракона, да? Гарри, здесь. Заходите, у меня есть что вам показать. Между прочим, поздравляю с основанием команды Лейвель Критич. Самое быстрое международное путешествие. Твой монстр. Самое быстрое международное путешествие. Сейчас, блин, реклама скрытая авиасейлс была или что? Крабили, посетить больше вообще за... Добро пожаловать домой, Гарри. Комната мала, она намного удобнее, чем твоя каморка под лестницей. Эй! Ты охренел там, что ли? Это яйцо дракона, Гарри. Но помните, это секрет. Яйцо в деликатной стадии. Забулил. Я не могу его здесь оставить. Мне нужны семена, чтобы оно получило тепло, и из него что-то вылупилось. Что-то. Гарри, вы можете достать мне огненные семена? Я выращиваю их в пещерах в моем саду. Мне нужно, чтобы вы собрали как можно больше огненных семян. Осторожно, они испускают огонь, и сами семена горячи. Позвольте мне от вас остыть. Ну, ступайте. Что, позвольте мне от вас отстыть? Не позволяй ему об себя остыть, Гарри. Не надо. Яйца деликатные, да. Остудите, как говорится, Поттера. Так, чатик, ща я вернусь. Сейчас приду.
Капец, у нас на улице прям жестко. Я что-то окно открыла на кухню, я чуть не сдула к херам. Причем морозным таким воздухом. Наверное, я не знаю, сколько у нас градусов. Я нечаянно удалила приложение с погодой с телефона, и теперь не могу его установить. Я понятия не имею, теперь сколько у нас градусов. У меня нигде не написано. Только еще прям холодно. Плюс 2. А такое ощущение, что минус 2, если честно. Так, ну пойдемте собирать Dragon Balls. Да. У нас внутри, это где? Где это у нас? Так, а что, мне не сюда, что ли? Понимаю. Капец, уже закат, а я иду в пещеру собирать Dragon Balls. Нормальная тема. Хорошее у вас тут обучение. Флипендо! Ага! У нас один МСК. Ну все, чач. Холода. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. И коронавирус тоже. Ей! Флипендо! Да что? Как? Алхамора! А ну показывай мне свои секреты, пещера. Почему это звучит так странно? Ну ладно. Понедельник нормально пережил отопление, нас так и не отключили. А должны были? Флипендо! Флипендо! Я сегодня в окно выгнулась, там снег в рожу. Снег? Офигеть, это где? Школу рядом строят, там должны были отключить. Ага, понял. Я вижу тебя, крыса! Ляна, крыса, она же мне в рожу потом летит. В чате снег? Я не вижу, я не ставила в БТРТВ снега, потому что все врете. Нет у нас снега в чате. Северус снег. Извините. Алхамора! Флипендо! Чуть ниже Москвы. Воронеж. Тут недалеко. А. Алхамора! Флипендо! Не спрашивайте даже. Накрыло просто. Неожиданно. Неожиданно и приятно. Гарри Крофт пошел, да.
Гарри, Гарри, ты Крофт. Ну, я просто Поттер. Крофт, Гарри. I'm a Pot. Крофт, Flipendo. Гарри Крофт. Алхамора! Должно быть, ошибаюсь. Гарри, ёб твою мать, ты Крофт. Ну, нет. Флипендо! Будь Крофт. Алхамора! Это Ник был с карточкой. Там, это где? Где там? Там. Флипендо! Там понятие растяжения, блин. Флипендо! Там, ой, нет, это Dragon Balls уже. Где? Мне надо вернуться. Где-то дерево уронил. Я ж туда не вернусь, блин, уже. Все. Я застрял. Нет, все хорошо. Dragon Balls! Это должно быть огненное семя. Агрид велел мне держаться подальше от огненных семян. Он тебя за ними послал, придурок. Флипендо! А-а-а! Хорошо-то как! После карточки Ведьмак я не могу воспринять любые другие карточки нормальных пониманий. Окей. Чат, а у кого из вас еще огненное семя? Риторический вопрос? Нет. О, как. Ну, у меня, да? А кто тебе об этом говорил? Блин, а как здесь пробраться? Вот? Так, чат, у кого огненное семя? Вы должны быть в курсе. Как пробраться в дырку? Я не допрыгну. А, я там была? Да? Ну ладно. Разве я там не могла быть на самом деле? Вы не обманываете. Обманываете меня. Берешь и уходишь. А что брать надо? В комнату на самом интересном. Я так не думаю, приятель. Так. Мне надо туда, очевидно. Флипендо! Алхамора! Алхамора! Ох и чат. Каков стример, такой чат, походу. Так, а сколько мне нужен Dragon Balls'ов собрать?
21, нихера себе. А ему там немного, нет? 21 Dragon Balls. Почему число, кстати, не парное? Я не пойму. Это довольно странно. Не получается. Что тут есть еще? О, нихера, класс. Ау! Ага! Ну дайте мне секретик какой-нибудь. Алхамора! Так. Флипендо! Оу-оу-оу-оу! Флипендо! Оу-оу-оу-оу-оу! Флипендо! Черепаха, стреляющая огнем из жопы. Кто это придумал? Warner Brothers. Настояли на этом элементе, я уверен. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Чат, еще нужно 3 Dragon Balls. Флипендо! 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 Опа, черепаха жопа. Флипендо! А что здесь? Мне сюда и надо. Не факт. Флипендо! 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 Опа, здравствуйте. Алхамора! Флипендо! Нифига я так сюда вернулся. Так, подожди. Ага, последний Dragon Ball. Флипендо! О, ничего себе, слышите, очень удобно Хагрид поселился прям в пещере. Вообще, блин, была в шаге от тебя, нахрен я в обход шла?
Ах ты ж старый ублюдок. Старый ублюдок Хагрид. Гарри Поттер. Рон Уизли. Отличная работа, Гарри. Вы принесли необходимые семена. Вот карта волшебника из моей коллекции. Заходи, Гарри, вытирай ноги. Ну, хоть ноги. Вытри его ноги, Гарри. Давай, брось их в огонь, Гарри. Гарри, ты мытый. Ты это сделал, Гарри, скажу, потрескается. Она права, я назову его Норбертом, там прозвали норвежского лыжника, помнишь? Кто она права? Иди кто? Сюда, мы одни здесь. Ого. Спасибо, Гарри. Возьми флейту, она поможет тебе усыпить неприветливых и злобных существ. В Завете уже предлагали как-то на флейте поиграть, я уже не хочу. Нам следует подготовиться к Квиддичу. Это должно быть забавно. Слизерины крутая команда, но и вы себя покажете, да? Хагрид за Слизерины болеет. Лучше поскорее покормить Норберта. Бляха, Квиддич. Гарри опоздал, я смотрю. Добро пожаловать на матч по Квиддичу. Меня зовут Ли Джордан, я комментатор. Кайф. Сегодня играем в колледже Гриффиндор и Слитерин. Поле для игры Квиддич имеет трое ворот. Нападающие бросают квапл и пытаются попасть им через обруч в лунку. Это похер вообще. Следи за бланжерами. Это магические шары, которые пытаются сбить тебя с метлы. Два отбивающихся из каждой команды пытаются отвлечь их на себя. Да, спасибо. Тут решили не озвучивать про какого-то сраного Поттера. Джордан ни за кого не болеет. Прости. Запомни, прежде всего избегай бланжеров, а только затем пускайся в погоню за Снитчем. Игра заканчивается только тогда, когда кто-либо из игроков сумеет поймать Снитч. Удачи! Подъем! Подъем! Вставай! Метла ёбаная! Играем в Квиддич! Играем... Это есть в виду, кто забыл? Вспышка золота — это Снитч? Блять, не пикайся, тут сложно. Защитник ныряет, защитник промахивается. Какой молодец. Изи вообще. Эй, я не поймала, не поймала. Я вообще... Ребят, я быстрее, я закончил за 30 секунд. Меня зовут Ли Джордан, до скорых встреч. Гарри Поттер, кончить за 30 секунд. К вашим услугам. Гарри Поттер, самый молодой ловец в истории Хогвартс, выиграл матч по Квиддичу. Здесь не успели уже вставать. Поздравляем, Квиддичи выиграли, сразившись со Слитеринами. Вы были великолепны. Какие Квиддичи выиграли? Я выиграл. Рон и я слышали странные звуки в закрытом коридоре. Поднимитесь на четвертый этаж и посмотрите. Действительно. Вы слышали странные звуки? Иди сам посмотри, я не знаю, что там. Рон, блин. Я только что прочитал в Daily Mail, что кто-то пробрался в банк волшебника Гринготтс. Кто бы это мог быть? Это не Рон. Гоблины из дома Гриптона сообщили, что оттуда ничего не пропало. Интересно, что же тогда там искали? Привет, Гарри. И поклонился мне. Правильно, правильно. Хороший денек, да? Да, неплохой. Что озвучка? Отряды какой-то. Короче, от мафии. Как вы можете понять?
Здорово, пацан. Прекратите. Нет. Я буду входить. Мы в тебя. Знакомы? Я войду в тебя. Прекратите. Нет. Прекратите. Привет. Хороший денек, да? Балда. Рон помер, где он? Да хрен его знает. Липендо! Ага. Опять пришли у меня копать бобы. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-ра-та. Липендо! Он боб за как их взять все. Хороший денек, да? Да, отвали ты. Драка маловой. Прекратите. Привет, я Мэрилин. И у меня есть коллекция лапок жучков. Никогда не говори об этом при первом знакомстве. Глипендо! Глипендо! Сразу видно, хаплпав. Алхамора! Подожди. У тебя шрам от молнии на лбу. Эти гномы довольно наедливые штучки. Да, действительно, шрам от молнии. Ты идиотка. Я, блин, пережила Вада Кедавру. Поняла. Я Гарри. Просто хороший мальчик. Алхамора! Липендо! Алхамора! Гопнут сейчас опять. Гарри, мы собрали 25 бобов. Откуда вы знаете? Благодарим вас, Гарри, мы действительно нуждались в них. Они для небольшой шутки, которую мы сыграем с Слитерин. Вот вам карта волшебника, вы ее заработали. У нас есть работа, которую нужно выполнить. Я не знаю, что вы меня спрашиваете. Да. Шоколадные лягушки восстановят силы. Да что ты говоришь? Вы из Гриффиндора? Ну что ж, это лучше, чем из Слитерина. Да хуел, что ли, слышишь? Авада Кедавра! Урод, нытик. Липендо! Штука для Слизеринца. Алхамора! Алхамора! Опа. Глипендо! 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 Бобы мои, блин, мои вернули. Это что, гостиная Слизерина? Подвал какой-то зашла. Флипендо в глаз или Круциатус раз? Ага. Тут окна хранятся, слушайте. Ладно, это, походу, портрет. Рамки для портретов. Только что очень странное помещение подсобное. Ну ладно. Ребят, не ходите туда, там нет ничего. Я сегодня нашел секретное место за книжной полкой. Я уже там обобрала все.
Эта лестница ведет на четвертый этаж. По крайней мере, он был там вчера. Идиот, это третий этаж запретным коридором. Третий на третьем этаже. Почему четвертый? Ёпарься ты. Краш пришел. И ушел. Это все равно лучше, чем твоя комнатушка под лестницей. Да-да-да. Блин, как это вообще? Видела это? Профессор Снейт только что вышел из запретного коридора, и он почему-то очень хромает. Ну же, Гарри, давай посмотрим, пока Филч не вернулся. На третью ногу Снейпа. Слышишь это рычание? Я думаю, дальше по коридору находится что-то ужасное. Пойдем, посмотрим. Класс. Снайпс. Лучше расскажи мне по дороге. Мы опаздываем на урок по защите против темных сил. Урон жив, да? На удивление. Да я была у тебя уже. Сегодня мы научимся проливать свет на таки темную магию при помощи заклинания Люмос. Следите за моей папочкой. Итак, нажмите кнопку мыши и повторяйте мои движения. Следите. Когда за закончите, отпустите кнопку. Профессора Белки. Что-то я все мимо, короче, сейчас. Люмос! Нормально. Дом, у которого в конце года будет больше всего очков, выиграет кубок домов. Гриффиндор получает по 5 очков. А почему вызывает только меня? Типа, давайте, мистер. Слизеринцам даже шансы не дают очков заработать. Ноксиму взад. Вы знали, кстати, как работает Google Ассистент? Ривендор получает 10 очков. На этот раз попробуйте действовать быстрее, мистер Поттер. Я не хочу. Действовать быстрее. Господи, что у меня с рукой, не пойму. Нормально. Люмос! Впечатляющее зрелище, мистер Поттер. Гриффиндор получает по 15 очков. Да-да-да-да, давайте, мистер Поттер, попробуйте еще. Так, насобирается там, нет? Я старалась. Люмос! Какая неудача, мистер Пуэпо. Что? Гриффиндор получает 20 очков. Ладно. Какая неудача? Гриффиндор получает очки. Кайф. Норм тема. Теперь вы можете начать практиковаться с заклинанием Люмос на тестовом поле. Чтобы нацелить заклинание, нажмите на кнопку мыши. Чтобы использовать Люмос, отпустите кнопку. Вы можете попрактиковаться на той горгулье. Люмос. А ну давай еще раз. Люмос.
Ага, работает. Нокс. Вот так-то. Умеет, могёт. Спасибо, Тём, за рейд. Я вообще-то собиралась заканчивать. Ну ладно, тогда еще полчасика поиграю. Вот, да, работает. Он знает заклинания из Гарри Поттера. Понимаете, да? Умный, умный, умный ассистент. Спасибо, Тём, за рейд. Спасибо большое. Да, вы что-то не отпустите. Да я вообще ж собиралась совсем чуть-чуть сегодня играть, проверить, работает ли она или нет. Короче, как обычно. Немного ярко, не так ли? Чтобы собрать звезды, можете попробовать. Я на Люмос Рейд призвался, да, да, да. Я встречу вас на выходе. Так. Глипендо! Глипендо! Глипендо всем защитку час, да, да, да. Бомбарда крикнуть. Я не хочу, чтобы... У меня как бы не Samsung. В принципе, телефон не взорвется. Алхамора! Но я бы не хотела проверять. Люмос! Спай Фокс? Не, я не очень такое люблю. Тысяча очков Гриффиндор, да, да. Глипендо! Пампата Максима. Алхамора! Продолжение, да, проходу, блин. Тогда там Боб лежит один еще. Жаль, конечно, что нет знамени. Да, блять, потому что ее вообще нет в игре. Как же вы, честно слово, меня забрали уже этим вопросом. Это игра на ПК. Здесь нет озвучки с PS1. Нет, ее здесь нет. Нету. Нет. Нет, не существует ее здесь. Просто нету. Ктулху Акаслипин. Спасибо тебе большое за переподписку на втором месте. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо огромнейшее. Чат не шарит вообще, да, в Гарри Поттере. Мне же раз 50 спросили, наверное, сегодня за нее. Люмос! Совсем чуть-чуть осталось. Зелье, тролль, еще как видишь, спасти дракона и конец. Да нифига себе, чуть-чуть. Не, эта озвучка тоже, да, прекрасная. Прекраснейшая. Глипендо! Но зато очень сложно втянуться, конечно. Вингардиум Левёста! Люмос! Тайник! Сейчас вернусь. Сейчас вернусь. Так. А где? Вот здесь? Офигеть! Опа, карточка, иди сюда. Вы слышали Флитвика с Хагридом? Да-да. А мадам хуй, ну в смысле хуй. Вот это я понимаю. Uh,
Рэйвен, спасибо тебе большое за переподписку на 18. Монстр. Спасибо тебе огромнейшее. Спасибо. Так. Мадам с подвохом. Угу. Люмос! Люмос! Какая странная картина. Чё это, блин, вообще там стул? Половина стула? Окей. Флипендо! Я допрыгну? Нет, я идиот. Надо было с другой стороны просто это делать. Картина шляпы. Чё? Какой шляпы? Вот картина шляпа, это да. Гарри, блин, он пьяный, чат, что делать? Спасибо. Алхамора! Тёма, ты тут? Тёма, ты тут? Тёма, а вот пришёл. А поставь, пожалуйста, гречку варить. Поттер жуткий шмотер. Понимаю. Флипендо! Флипендо! Я тупой. Флипендо! Ясно. Понятно. Ну, значит, не ешь сегодня ничего. Аудия. Твой монстр. Хлеб из бэк. Спасибо тебе большое за подаренную подписку. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Я сегодня ел уже. А. Все тогда получается. Люмос! Так, оно ездит, что ли? Блин, оно ездит. Флипендо! Флипендо! Алхамора! Да ты будешь сундук открывать сегодня, Гарри? Чёртов Поттер. Поттер. Флипендо! Опа, здравствуйте. Шейз Фокс, спасибо тебе большое за 100 штучек. Спасибо огромное. Спасибо тебе большое. 100 штучек. Я не могу сюда залезть, почему? Потому что там нет ни хрена, типа. Это странно. Ну ладно. Ты кто?
Аудия, твой монстр. А все. Абсисон, короче, да. Абсисон. Спасибо большое за подписку. Спасибо огромное. Добро пожаловать. Да, спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Так, чат, ну это знак, получается. Это знак, что в любом случае пора заканчивать на сегодня. Вот, да, походу. Да, гречку Тёма сегодня ел. Я тоже уже не хочу, поэтому все. Гречку мы сегодня готовить не будем. Это знак. Я, короче, ладно, попытаюсь сегодня починить. Если, ну, а вдруг она не вылетит в следующий раз. Будет хорошо. Obsession. Мы же вообще... Нет! Obsession. Obsession. Все хорошо. Чё ты начинаешь себя как-то неправильно обзывать, называть? Это неправильно так делать. Все, ладно, чатик. Вот так вот неожиданно стрим закончился. Я надеюсь, что игра заработает. Я думаю, что это просто какая-то critical error. Тоже мне проблема. Никакая не проблема, учитывая, что сегодня весь день ее настраивала. Все, спасибо огромное, чатик, что пришли. Большое спасибо всем за подаренные подписки, за переподписки. Большое спасибо за донатик, большое спасибо за штучки, большое спасибо за фоллоу, за компанию. Встретимся, я думаю, что с вами, наверное, завтра. Все, я еще скачаю, в смысле, куплю я еще тайную комнату. Вот, и возможно, будет Гарри Поттер, а может быть Ведьмак. Посмотрим по настроению. Все, чатик, на этом я с вами прощаюсь. Еще раз огромное спасибо, что пришли. Оставайтесь такими же прекрасными, замечательными, красивыми, умными, здоровыми, сексуальными людьми. Ну, а с вами была я, Таня. Всем всего хорошего и всем пока.